Всем привет! С вами Логинова Галина. И я покажу, как я делаю быстро диалоги в Инстаграм. Моя задача за день завести 100 диалогов. Для этого я работаю с 3 рабочих страниц. Вы их можете посмотреть. Логинова 3642, Логинова 56 и Галина Короленко. Вот с этой страницы я работаю. Галина, нижнее подчеркивание, Эктик, сейчас находится у меня в стадии отстаивание, то есть я ее сделала 4 дня назад, выкладываю пост, 4 дня назад она у меня сделана, и скоро начнут ее уже рекрутировать. Как делать? Нужно каждый день выкладывать пост со всех рабочих страниц, он может быть один и тот же, и я его еще через самолетик выкладываю в стори, то есть вот тут дополнить историю есть плюсик. В этом случае у вас он упадет в историю, и вы его опубликуете. Это надо для того, чтобы ваши подписчики видели ваши посты. Я пишу один пост, как правило, для основной странички с утра и выкладываю во все аккаунты. Как делать рекрутинг? Вы в процессе работы будете подписываться на людей. Можете сначала делать на знакомых и на тех, кто ставит лайки вашим знакомым, а дальше вы по знакомым знакомых зайдете вообще неведомо куда. То есть, как мы подготавливаемся к рекрутингу? У меня в Телеграме есть мой личный канал работы ВКонтакте, у меня здесь всякие текстики. То есть, я копирую текстик, мне нравится последний текст, которым я сейчас работаю, что встретилась рекомендованных страничка, могу задать вам вопрос. Я его скопировала, вы видите, что он с запятой начинается, и начинаю искать, кому я его буду писать. Я иду в ленту. Нахожу посты, которые выставлены совсем недавно. То есть, видите, этот пост выставлен 4 минуты назад, и здесь 3 лайка. Захожу в эти лайки и смотрю, кто их поставил. Если у человека открытый профиль, как вот у Нины, я такому человеку напишу. Вот у Нины 200 подписчиков всего, это значит, что профиль живой. Тут есть посты, я ставлю лайки на 3 поста. Ну, идиопатически выбираю, подписываюсь и пишу. Я печатаю имя и вставляю текст. И возвращаюсь через стрелочки к следующему человеку. Ну, это вот закрытое. Все. Это отработали пост. Идем дальше. 19 часов назад выставлена фотография от Ксении. 85 лайков. Вы видите, по человеку я уже работала, то есть есть люди, на которых я уже подписана. Но вдруг тут есть кто-нибудь еще. Я начинаю искать. Вот, например, Анжелика. 65 подписчиков, в принципе, молодая девушка, скорее всего, их где-то около 20 лет. Ну, не страшно, мы ей тоже напишем. Анжелика. И вставляем текст, возвращаемся. Если не разговаривать и не отвлекаться на страничку сильно, я за 5 минут делаю 10 здравствуйте. То есть, потому что я печатаю только имя и вставляю заготовленный текст. Я его не меняю. Если ты смотришь сейчас это видео, будешь брать похожий текст, то печатай не в один то, что я пишу, а что-то немножко поменяй под себя. Главное просто задать какой-то вопрос, обратиться к человеку по имени и задать какой-нибудь вопрос для того, чтобы он тебе ответил. Географически я не привязываюсь, я просто ставлю 3 лайка. Ну, смотрю, чтобы человек мне нравился. И пишу: здравствуйте. Здравствуйте, что ваша страничка встретилась в рекомендованных, могу задать вам вопрос. Можете просто взять ту же примерную схему, только измените фразы, чтобы не было много одинаковых сообщений, которыми работают в Инстаграм. Самое главное вам понять, как находить людей, как им писать и как потом с ними работать. Далее их выводим на голосовой в WhatsApp. Вот это такое ощущение, что совсем маленькая, но она, видите, в халате, значит, она где-то учится уже в колледже, скорее всего. Иногда у таких молодо выглядящих девушек еще и дети есть, поэтому напишем. Внешность обманчива. Ну, все-таки старайтесь сильно маленьким не писать.
Как проверить, написали ли вы 10 диалогов или нет? Это вот точно маленькая. Вы возвращаетесь, нажимаете на домик. У вас на ленте остается тот пост, на который вы смотрели лайки. Но вы уже можете зайти в правом верхнем углу в самолетик и посчитать, сколько сообщений вы отправили. На экране вы видите 7 первых диалогов. Вот видите, что 6 у них «Здравствуйте», а 7-й – это тот, с которым я уже переписывала. Значит, я только 6 пока «Здравствуйте» отправила. Я нажимаю на стрелочку назад и снова иду в эти лайки. На этот пост проматываю немножко, потому что я сколько-то посмотрела, и иду дальше. На закрытые профили я не пишу, потому что их не видно. Пишу только на открытые. Тут осталось 4 мне сообщения. Как я укладываю во времени это все? Моя задача — встать утром написать. То есть я встаю где-то около 7-8 утра и перед завтраком стараюсь отправить 20 «Здравствуйте» с двух рабочих своих страниц, потому что третья у меня на данный момент пока основная. С основной странички я пишу 2 раза в сутки, утром и вечером, по 10 диалогов. И с рабочих страниц получается по 40. 40 с одной, 40 с другой. В Инстаграме можно за 10 незнакомых людей написать им в течение, ну, раз в 4 часа 10 людям. То есть получается, я пишу в 8, в 12 примерно, 8 в 12, в 4 и в 8. Вот получается, что я 4 раза захожу и по 20 минут, буквально по 10 минут, трачу на то, чтобы написать 10 «Здравствуйте» со страничек, с 2 или с 3, а также отработать отклики. То есть те, кто мне отвечает, я им 2 раза в сутки пишу дальше текста для того, чтобы у меня был переход в WhatsApp. Моя задача перевести людей в WhatsApp. То есть сначала мне надо найти живых людей в Инстаграме, потом поздороваться с этим человеком, написать ему свое предложение, а задать вопрос ему, он ответит на вопрос, а потом я делаю свое предложение. Далее, если человек соглашается с этим предложением, он уходит на WhatsApp-собеседование, которое у меня записано на диктофон, и я уже не трачу на это время. Так, кажется, я 3 отправила, потому что я разговариваю. Конечно, когда я сама с собой это рекрутирую, я считаю более внимательно, но сейчас я еще парочку напишу, потому что мне кажется, что мне 2 осталось. Вот интересная девушка Доула. Почему бы ей не написать? Это опять же 3 лайка, подписка и письмо первое с разрешением задать вопрос. Еще раз повторюсь, пишу только на открытые профили, те, на которые подписано не более 1500 человек. Ну и, конечно же, я смотрю, чтобы они ничем толком не занимались, таким там сетевым. Если у них ногти, волосы или ресницы, я таким, бывает, пишу, если у них немного подписчиков, потому что я дальше им комплимент делаю. Вот смотрите, мне уже не дает отправлять. 4 сообщения не удалось отправить. Посчитаем, сколько получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Больше 7 мне отправить сейчас почему-то не дали. Но мы не унываем, мы через 4 часа вернемся. И эти сообщения, потом нажав на крестик, можно будет повторно отправить. Но сейчас я этого делать не буду. Фактически, можете посмотреть, что за 4 минуты, с учетом того, что я вам что-то еще рассказывала, у меня получилось 7 сообщений отправить. Но поэтому, когда я молчу, у меня за 5 минут получается 10. Главное не залипать на страничке и быстренько работать пальцами. Параллельно можно что-то еще слушать, какой-нибудь словесный настрой или еще что-то. Вот. Но откликов у меня пока нет, поэтому по откликам будет следующее видео. Удачи вам в рекрутинге в Инстаграм!